Я рада вас всех приветствовать на нашем обзоре. И сейчас холодно, зима, и хочется утеплиться как-то, ну, чтобы это было такое не громоздкое и в то же время яркое, красочное. Я вам хочу предложить Himalay Socks. Это идут моточки 100 грамм и миг 400 метров. Ниточка довольно-таки тоненькая. И здесь очень хороший состав. Это 75% шерсти и 25% нейлона. Это говорит о том, что эта пряжа очень прочная. И эта шерсть супер вош. Вы можете ее стирать в стиральных машинах. И не бояться, она не скатается, не собьется и на ней не появится катышка. Как видите, разнообразие цветов довольно-таки есть на любой вкус. И еще секционное окрашивание. Есть, допустим, моточки, у которых секционное окрашивание, когда вы свяжете изделие, оно у вас получится полосатым. Разные полосы будут плавно переходить. Либо такое вот батиковое, что у вас полоски будут с меланжем идти. И это очень красочно, красиво будет. И вам не надо выдумывать, чтобы сделать какой-то там какой-то рисунок или какое-то другое что-то. Можно просто связать лицевым полотном, и у вас будет все прекрасно. Вот, допустим, вот видите, здесь идут меланжевые полоски, полосатые, но оно смотрится как меланж. Это уже радует, это уже какое-то веселье будет и не скучное вязание. Производитель нам рекомендует брать спицы 2,275 и крючок 3,75. Но свои образцы я вязала 2,5 спицами, прекрасно, это как бы соответствует. Ну и крючок я взяла троечку, можно даже 2,5. Ну, тройкой было удобно вязать мне, поэтому веселое вязание у вас будет. И не надо ничего придумывать, каких-то там замысловатых полосок, они у вас уже появятся. Что можно с нее связать? Все. Благодаря своему составу, пряжи все-таки 25% нейлона, это прочность. И, конечно же, это носочки. Очень великолепно. Полотно получается тоненьким, но очень теплым. Помимо носочков можно сделать платья, жакеты, джемпера, шапки, шарфики. Она не колючая пряжа, она приятная в руках, не цепляется, вяжется просто великолепно. Поэтому вам советую попробовать с ней что-то связать и получите удовольствие. Ну что ж, давайте подведем небольшой итог такой. Помимо того, что эта пряжа мягкая, не колючая, даже можно детям из нее вязать вещи, получаются тоненькие и очень теплые. И за счет своего состава эта пряжа очень долговечная. Допустим, если вы свяжете из нее носки, 2-3 года вы их проносите. Даже если будете стирать в стиральной машине, с ними ничего не случится, потому что это 75% супервош. Поэтому покупайте, пробуйте и утепляйтесь. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте обязательно колокольчик, вы будете получать уведомления о наших новых видео. И сладких вам петелек. Пока!